казахстанские спортсмены, герои олимпийских игр в Монреале, вернулись на родину. Член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана товарищ Кунаев и председатель Совета министров Казахской ССР товарищ Ашимов приняли группу спортсменов-казахстанцев, участников 21-х олимпийских игр и их тренеров. Товарищи Кунаев и Ашимов поздравили спортсменов и их тренеров со спортивными достижениями и пожелали еще более высоких успехов. От имени спортсменов республики Нелли Ким, трехкратная чемпионка Олимпиады, и победитель в классической борьбе Валерия Рязанцев выразили глубокую благодарность партии и правительству за постоянную заботу о развитии физкультуры и спорта в стране.